Олеся Левченко – кіноман, кандидат політичних наук, доцент кафедри журналістики, лектор фестивалю короткометражного кіно «Громадський проєктор». Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго. Про «Громадський проєктор» було вже так багато сказано і на нашому телеканалі, і взагалі в усіх засобах масової інформації. Тому не будемо повторювати, що, де і коли буде відбуватися. Поговоримо детальніше про лекцію, яку ви готуєте для миколаївців у рамках «Громадського проєктору». Тож, поговоримо про хороше кіно. Да. Ну, лекция это, конечно, несколько высокопарно может быть названа. Пусть это будет разговор. Разговор о том, какие фильмы мы считаем, я считаю хорошими, почему я их таковыми считаю. И, возможно, вот тем людям, которые придут, я порекомендую что-то, что станет для них актуальным, интересным, что их взволнует. В первую очередь это, конечно, режиссеры. То есть, как я выбираю хорошее кино, у меня есть вот такая двадцатка режиссеров, которые беспроигрышно снимают хорошее кино. И некоторые из них живы еще до сих пор, некоторых уже нет. Но, тем не менее, то есть вот их фильмы, они всегда волнуют. Они всегда заставляют вот какие-то частички, что ли, внутреннего мира актуализироваться, о чем-то задумываться, какие-то проблемы адаптировать на себя, возможно, соотносить с собой. Вот, наверное, вот этот вот критерий і є хорошого кіно для мене. Я хочу також запитати, як взагалі виникла ідея створення такої теми розмови «Хороше кіно». Тому що ось особисто з власного досвіду можу сказати, що для мене це досить хвилююча тема, тому що зараз віднайти дійсно хороший фільм дуже важко, і не тому, що їх мало хороших фільмів, а тому, що дуже багато просто вибір, і не кожен може віднайти те, що йому подобається. Чому ж у вас виникла ідея торкнутися саме цієї тематики? Ну, як преподаватель вуза, одна із методик, скажем так, эффективной передачи информации, это просмотр кино. Вот, во всяком случае, я очень часто это использую. И тогда вот мы со студентами на лекциях говорим там, о тех проблемах, которые были поставлены, мы их пытаемся экстраполировать на себя, вот, на наше время, на наши реалии, на нашу действительность. И вот, в общем-то, оттуда и началось вот это вот увлечение кино, которое уже много лет продолжается. Я, ну, не профессиональный кинокритик, там, не актриса, не режиссер. То есть, скажем так, я к кино имею такое опосредованное отношение. Я просто внимательный зритель. Зритель, который хочет получать удовольствие, который стремится, вот, чтобы кино меня волновало, чтобы мені було цікаво. Мабуть, у цьому і є ваша фішка, в тому, що ви не будете розповідати вашим слухачам про те, що є якісь стандарти, ось як що важливо для режисерів, що важливо для акторів. Ви будете як свій рідний друг, який каже, ось я знаю такий гарний фільм, да. Подивись. Я буду как зритель, только, может быть, зритель такой более внимательный, который уже этот фильм, возможно, смотрел несколько раз, который уже заметил какие-то нюансы, фишки, особенности, вот что-то такое, что обязательно цепляет зрителя. Вот я на это обращу внимание и порекомендую то кино, которое нравится мне. Я думаю, что тот набор фильмов, который я приготовила, он будет интересен, я уверена. То есть он заинтересует тех людей, которые придут на эту лекцию. И, возможно, они дальше будут смотреть этого режиссера, другие их фильмы, потому что я подборку делала по режиссерам. То есть режиссер и какая-то его лента наиболее мне, которая, ну, меня зацепила, мне нравится. Ось саме про подальші перегляди, я думаю, варто звернути на це увагу, тому що, звісно, просто безкінечний список фільмів ви не надасте. Колись ця добірка завершиться. Чи зможуть слухачі вашої лекції після цього, якось опираючись на ваші знання, на те, що ви їм надасте, також вже обирати гарне, хороше кіно і розуміти, що так, оце можна дивитись і не боятись, що на першій хвилині я це вимкну і скажу, ні, мені не подобається. Безусловно. Ви знаєте, якщо слухачі моєї лекції заинтересуются, ну, допустим, Педро Альмодовором и захотят пересмотреть все его фильмы, а их немало, я думаю, они останутся очень довольны. Тем более, этот режиссер очень плодовит, он продолжает активно снимать, и, в общем-то, каждый его фильм, ну, это такой взрыв, это эпатаж, это, ну, некая такая, что ли, подрыв вот чего-то уже существующего, да, поэтому это будет всегда интересно. Точно так же, как и другие режиссеры. И вот опять скажу, что есть вот такая, скажем так,
группка, которая беспроигрышная. И их можно смотреть бесконечное количество раз. Натхнула вас робота із студентами, із молоддю, а ось на яку аудиторію розраховані ваші фільми? Чи зможуть люди різного віку, різної статі, різних професій однаково сприймати всі ці фільми? Чи, можливо, на свій майстер-клас ви запрошуєте когось особливого? Я запрошую тих, кто как бы привык смотреть кино и задумываться над тем, что он смотрит. Не просто скользить по сюжету, есть при этом попкорн, да, или развалиться и смотреть кино, и попутно там в телефоне что-то искать и читать, возможно. А который хочет вот нырнуть в это кино, полтора часа прожить вместе с героями эту историю, вынырнуть оттуда и еще потом какое-то время находиться под впечатлением, думать, возможно, переносить на себя, вот, в общем-то, на внимательного зрителя, на сочувствующего зрителя, скажем так, на зрителя, который хочет переживать, сострадать. Вот на этого рассчитано. Какой возраст? Да, разный может быть возраст. Здесь, скажем так, сопереживанию все возрасты покорны. Тут нельзя... Я не знаю, по половому признаку тоже как-то разделить сложно. Поэтому, в общем-то, не ограничено, никаких цензов нет. Кто посчитает нужным, кто посчитает интересным, пожалуйста. Тобто, як юного глядача, так і дорослого ви зможете зацікавити своєю підбіркою. Ну, я не скажу, что очень юного, потому что, знаете, фильмы, которые я хочу предложить, это такие сложные достаточно фильмы. То есть это не блокбастеры, это не поверхностное кино, то есть где важны спецэффекты, где вот все держится на звезд, которых туда пригласили. То есть это кино, которое несет некую мысль, причем достаточно сложную или целую серию каких-то определенных сообщений для зрителя. Поэтому эти сообщения нужно понимать. Для того, чтобы их понимать, ну, наверное, должен быть определенный жизненный опыт, может быть, образование, желание учиться. Ну, вот. Поэтому, наверное, не для сильно юных, но... В общем-то, а почему бы и нет, если юные умы? Але якщо наші глядачі, не дивлячись ні на який вік, почули, що ви говорите саме про них, то я думаю, це для них є вже точно маячком, що варто прийти на цю розмову. Безусловно. І я б дуже хотіла, може би, щоб питання якісь задавали, щоб це не просто був монолог, а щоб це був діалог, щоб це було общення, тому що... Вот так с аудиторией, ну так интереснее. А у мене одразу виникло питання, а ось зі своїми підбірками якимись можна приходити і казати, а ось я можу запропонувати ось це ще. Давайте про це поговоримо. Ну, если я буду компетентна, скажем так, да, если я это кино смотрела, да, почему бы нет, давайте поговорим. Це дороговартісне, коли лектори дійсно готові до співпраці, до комунікації. Ось я думаю, зараз глядачам дуже цікаво, коли і де це буде відбуватись, для того, щоб не пропустити цю подію і дійсно навчитись обирати гарне, якісне кіно. Событие произойдет завтра, 29 сентября, в субботу, в Русском драматическом театре, в Голубом зале, в 2 часа. Планируется, что в 2 начнем и через полтора часа закончим. Но как уже пойдет, возможно, мы, может быть, и задержимся. Поэтому на 2 часа завтра Русский драматический театр. Все, кто хочет пообщаться о кино, всех единомышленников приглашаю на наш душевный разговор. Ми дякуємо вам за нашу сьогоднішню розмову. Бажаємо тільки успіху на цій лекції, але, як ви вже сказали, це душевна розмова. Ми бажаємо, щоб дійсно ваші думки і ваша добірка фільмів знайшла свого глядача і знайшла відгук від миколаївців, які завітають до вашого майстер-класу. Спасибо.